мальчики явились в наш дом. Монголы жестоки, упорны, неумолимы. Восемьдесят самураев против целого войска. Мы лишь замедлим вторжение. Сегодня я погибну за свой народ. Их там должно быть тысячи. Мы встретим смерть и защитим свой дом. Традиции, честь, отвага. В этом наша сила. Мы – воины Цусимы. Мы – самураи! Господин Адати, устройте им встречу. Чужаки, пускай выйдет ваш лучший воин. Надо, Тиннида. Я Харунобу Адати, потомок легендарного Ясинобу Адати. Продолжим. Слушаюсь, господин Симура. Воины! Нужно выследить предводителя монголов! Все за мной! Монгольские псы! Руби их! Ah!
и последнее. Единственная наша надежда — добраться до предводителя монголов и убить его. Я буду с вами до конца. Знаю. Вон он, их военачальник. Я готов, дядя. Мы пойдем вместе. Брат Хубилая и внук Чингиза. Брат, ты воин. Я это вижу. Всю жизнь ты сражался и побеждал там, где иные бы точно отступили. Но пока ты точил свой меч, знаешь, чем был занят я? Учился. Я знаю ваш язык, традиции, вашу веру. Знаю, кого обуздать, кого сжечь. Так скажи мне вот что, самурай. Ты сдаешься?
сюда попал? Монголы. Кто-то спас меня и спрятал здесь. Может, и меч у него? Кто-то точил здесь клинок. Воин? Мои доспехи. Доспехи пробиты, но хоть такие. Я Юна. Ищешь свой меч? Иди за мной. Как долго я лежал? Монголы уже захватили половину острова. Юна. Чш, потом. Дрянь, прячься. Мы ничем ей не поможем. Но можно спасти остальных. Господин Симура был со мной на поле боя. Дзита, забудь о нем. Юна, стой. Господин Симура, мой дядя. Ты... Дзин Сакай? Племянник Дзита? Мне нужно знать. Он выжил? Возможно. Монголы взяли его в плен. И куда увели? На восток, вдоль берега. То есть к замку Канеда. Наверное, там его держат. Празднуют свою победу. Я могу застать их врасплох. Тебя убьют! Или я спасу нашего Дзиту, и мы выдворим монголов с острова. Он напишет Сёгуну, попросит помощи. Я не затем тебя выхаживала, чтоб ты погиб так глупо. А зачем тогда? Не бросать же умирать. Мне нужна помощь. Господин Симура поможет всей Цусиме. И у меня, кроме него, никого нет. Пошли. Thank you.
Чихарву! Сюда. Мясники. Ему все равно уже не помочь. Смотри. Налетчики вооружены. Сюда. Расчистили дорогу. Если попытаемся перейти, нас точно заметят. Я все же рискну. Стой, телега. Давай. Ну. Еще стража. Пойдем по крышам. Идем по крышам. Наверх! Ты лазаешь по крышам, набираешь мертвых. Ты воровка. Когда мне что-то нужно, я беру. Как мою катану? Пришлось обменять на еду и лекарства. Что-что? Не волнуйся. Мы найдем покупателя и вернем твой меч. Ехать далеко. Бери все, что сможешь унести. Здесь живут люди. Больше не живут. Сюда. Впереди дом человека, которому я продала твой меч. Я Дзин Сакай, племянник господина Симуры. И я не трус! Да, врагу с тобой не тягаться. Но нужно владеть собой. Я упражнялся. Отцовским мечом? Меч клана Сакай. Он спасал жизни и прекращал войны. Кто это сделал? Никто. Я научу тебя защищаться. Я сам умею. Чтобы владеть мечом, надо сперва взять в кулак свои чувства. Я смогу, дядя. Хорошо, покажи. Посмотрим, чему ты научился. Попробуй меня ударить. Да, дядя. Нападай, я готов.
Ближе. Ну, колющий удар. Хорошо. Если бы ты так сражался, противнику было бы непросто тебя побить. Это нечестный бой. Представь, что он вернулся и хочет закончить начатое. Будет использовать все нечестные приемы. Как ты станешь защищаться? Он крупный, зато я быстрый. Я не подпущу его близко. Дождусь, пока он устанет, и тогда хватит одного удара. Хорошо. Для самурая главное терпение и дисциплина. Пусть даже противник готов опуститься до подлых уловок. Я запомню, дядя. А теперь пробей мою защиту.